Всем привет! Стало известно, что состояние Татьяны, новой жены Прохора Шаляпина, тяжелое. Об этом нам рассказали гости, присутствующие на их свадьбе в Лас-Вегасе, Марина Орлова и Георгий Кирьянов, супружеская пара актеров из России. Георгий дружит с Прохором много лет и был его свидетелем на бракосочетании. Предполагается, что Татьяна заразилась ковидом во время свадьбы от одного из гостей. Сейчас женщина находится под пристальным наблюдением врачей, которые приняли решение поместить ее под аппарат искусственной вентиляции легких. Мы как раз должны были после свадьбы ехать к ним в гости в их мексиканское поместье. А тут вдруг этот ковид заразил один из гостей. Более того, в госпиталь также попали родители Татьяны. Но если их состояние не вызывает беспокойства, то Татьяне все хуже. Когда приехала скорая помощь, ей поставили витаминную капельницу. Она обошлась примерно в 4500 долларов. Но ее состояние стало еще более тяжелым. В какой-то момент сатурация опустилась до 60. «Мы очень переживаем, но надеемся на лучшее», — заявил друг новоиспеченных супругов, актер Георгий Кирьянов. Сейчас многие считают, что отношения Прохора и Татьяны всего лишь пиар. Но, по словам близких пары, это далеко не так. Артист и бизнесвумен, владеющая в Канаде сетью адвокатских контор, искренне любят друг друга. «Если бы это было так, то вряд ли бы на торжестве были родители Татьяны», — говорит Марина Орлова. «Это ее первая свадьба, а в таких делах женщины обычно не шутят. Да и в остальном все было по-серьезному. Напомним, что торжество проходило в респектабельном отеле «Вин» в клубе «Интрига». Наши собеседники подтвердили информацию, что у Татьяны семейный бизнес в Канаде. А еще недвижимость в Монако и Мексике. «Мы как раз должны были после свадьбы ехать к ним в гости в их мексиканское поместье», — отметил Георгий. А тут вдруг этот ковид заразил один из гостей. Надеемся, что Татьяна выкарабкается, в противном случае Прохор останется законным претендентом на многомиллионное состояние Татьяны. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!